Началось совещание с подведением итогов выборов 5-го созыва в Десногорский городской совет. Так, по результатам голосования 7 мандатов получили представители партии «Единая Россия» и 2 мандата – самовыдвиженцы. Партии КПРФ и ЛДПР забрали 5 и 1 мандат соответственно. Вячеслав Седунков сообщил о завершении подготовки инженерных систем города к предстоящему отопительному периоду. Выводится на гидравлические испытания квартальной сети 3-го микрорайона, поэтому в 3-м микрорайоне будет ограничена подача горячей воды. Значит, и по результатам гидравлических испытаний и устранения возможных дефектов. Значит, ремонтную кампанию 2019 года в тепловых сетях можно будет считать законченной. В культурной жизни города полным ходом идет подготовка к 45-летнему юбилею города. Праздничные мероприятия 14 сентября традиционно начнутся в 10 часов утра с шествия трудовых коллективов. В 12.00 будет дан старт фестивалю «Планета баскетбола», который пройдет на баскетбольной площадке 4-го микрорайона. В 14.00 состоится торжественное чествование жителей, занесенных на городскую доску почета. А основной площадкой праздника станет, конечно же, летняя эстрада. Хедлайнер нашего мероприятия будет Ольга Серябкина, артистка под псевдонимом Молли. Приглашаем всех жителей и гостей города разделить с нами торжественные события. Все мероприятия продлятся с 11.30 до 22.00. Более подробную информацию о предстоящих событиях можно узнать на сайте администрации города. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.